В Уссурийском городском парке стартовал новый сезон летних вечеров для жителей старшего возраста. Этих встреч уссурийцы ждали с нетерпением. Такие вечера в парке офицеров флота – прекрасная возможность отвести душу, завести новые знакомства, вспомнить молодость. Отдыхающие с улыбками встречают творческие коллективы Уссурийска и с удовольствием кружатся на танцплощадке. Можно было бы и пораньше начать эти летние вечера. Надо в мае начинать. Уже по всей России в мае, а у нас только в конце июня. Часто дождь, то еще что-нибудь, будут пропуски, а мы не хотим пропускать. Очень радостно, потому что суть в том, что мы же смотрим YouTube, все-таки продвинутые, в Сокольниках такие вечера везде. И здесь очень радостно, что у нас маленький город Уссурийск находится на другом краю нашей России и не забывают нас. Кому за 50? Под аккомпанемент балалаечников народный ансамбль «Верея» исполнил для отдыхающих хоровые напевы. Творческие коллективы молодежного центра «Горизонт» порадовали композициями современной эстрады. Я в прошлом пианистка. Но балалайка очень русский инструмент, он мне очень нравится, душевный, поэтому я научилась. Летние вечера будут проходить в городском парке еженедельно. Жители смогут не только потанцевать и послушать выступления творческих коллективов, но и посмотреть кино. Гостей ждут в парке каждый четверг в 17:00 вечера.